Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приехала в Корону. А тут, как всегда, уже даже на входе играет музыка. Ну и что, смогу ли я поснимать? Да вообще здесь не разрешают снимать. Если попадешься там к смотрящему, потребует, чтобы удалила. Но, может быть, что-нибудь попробуем снять. Thank you.
хорошие, наконец-то я добралась домой. Так долго сидела на остановке, что просто ужас. Туда как-то быстро доехала, потому что расписание знаю. Сразу пришла на остановку. Через 5 минут автобус. Я доехала. Да, Шмяка нашелся. Нашелся Шмяка. Он просто где-то спал во дворе. Так, что же я купила? Я купила бабку, такую, как я хотела. Такую вот булочку сверху с цукатами. Стоит 2,90. Ну вот цукаты начали обваливаться. Видите, в мешочке там валяются. Взяла хлеб. Такой вот интересный ржаный. А, булочка 2,90 это. Хлеб 1,09 рубль. Такой вот маленький, порезанный. Я сегодня уже сделала себе холодник, поэтому без хлеба как-то никак. А с батоном я не люблю. Вот. Взяла сухарики. Такие вот в упаковочке. Люблю очень корону, если б не так далеко туда ездить. Вот он теперь мяу. Мяу. Вот такие вот сухарики. Шмяку взяла 2 пачечки это самое, корма. Ну, думаю, будет есть или не будет. Будет жалко выбрасывать опять, потому что 3 пачки, которые у меня остались, еще лежат в холодильнике. Ну, вот сейчас вот положила, я уже открыла, видите, 0,5 пачки положила, он съел моментально, мгновенно слезал. Вот, ну, слава богу, что съел. Ну, значит, можно брать. Хотя тот корм я тоже покупала вот так по 10 пачек, и он с удовольствием лопал. А когда купила много сразу, он стал отказываться. Ну, и взяла сырочки. Вот такие вот. Сырок творожный с ванилином, они по 79 копеек, и такой вот с шоколадом, не знаю, он, наверное, коричневый будет. Вот, взяла 2 ванильных и 3 шоколадных. Это я собиралась вчера делать блинчики, вот, а потом решила, что нет, сделаю я блинчики к выходным. И куплю вот этот вот сырки. Я очень люблю вот с творожком блинчики. Особенно вот этот с сладким сырком с этим. И напеку блинов. Ну, чтобы быть во всеоружии, если вдруг кто-то из детей ко мне вдруг придет. Все, больше ничего. Больше ничего я не покупала. Я очень хотела новую свечу. В прошлом году, когда я перед Пасхой ездила, там были свечи. Эти самые в виде яйца, оранжевые, красные. Я одну купила в этом году, думаю, ну, наверное, там они должны быть. Но, увы. Шмяка, перестань выть. Вот. Только пришел, поел, и уже под дверьми как будто все, он куда-то опаздывает. Вот. Ну, вот так вот я съездила. Немножко поснимала там. Но надо будет, сейчас буду это самое загружать, буду удалять эту музыку, потому что музыка только приехала, и уже музыка орёт. Ну, а музыку ведь нельзя. А музыку ведь нельзя, я с кусочками там снимала, не знаю, как, что у меня тут получится. Но что получится, то получится. Ну, вот такое вот у меня сегодня видео получилось.